всем привет. Ну что, первый отпуск за 2,5 года. Уже даже до речи потерял на радостях. Очень классное место, Типсей. Сейчас устраиваемся. Шашлычок, башлычок. Ну, надо на водичку сходить, на речку, кстати. Воды нынче много. Вообще здоровско здесь, классно. Ну, судя по тому, что здесь, вот, кстати, посмотрите, деревья ровно прям насажены. И все это, скорее всего, искусственно засажено людьми. Потому что природа так не может насадить ровно деревья. Да, без лица можно? Я могу даже без тела. Без тела, да. Люто нагрели. О, на Типсей, классно. Гора Типсей с той стороны. С той стороны. Все. Отпуск — это хорошо. От пляжа, кстати, почти ничего не осталось. Ну вот, буквально совсем чуть-чуть. Такой песчаный спуск хороший. Ребятишки уже купаются. Пойдем и мы. Ну что, я очень давно хотел это сделать. Много лет лечь вот так вот. О, на песочек я уже искупался разок. Красота. Водичка такая холодная, бодрящая. Долго не покупаешься, но можно. В общем, на Типсей здоровско, очень рекомендую. На меня смотри. Пикай. Нет, так не выкопал, что-то. Вот так вот прям выкапываю здесь. Метр на метр копаешь, тогда вот пойдет. Да, кружочек. Там еще коряги. Сейчас пробку найдешь. В общем, мы тут ищем клад. Пробка называется. Пробка. Ну-ка. Или вот золотиночка. Вот она. А нет, это какая-то. Все, ничего нету. Все, говорит, ничего нету. Лопату убери, подожди. Лопата мешает, фонит. Вот здесь где-то. По идее, вот в этой кучке. Что-то маленькое, какая-то хуйня. Где-то. Да, блядь, стопудово, конечно, фольга нахуй. Ну-ка. А азарта-то сколько, да? Нет. Короче, нету там нифига. Показалось нам. Фокус не удался, нахуй. А может, батарейка у него подсевшая, и он поэтому это... Не, батарейка подождите, полностью заряжена. Ну вот где-то прям вот... Ругается, что-то говорит. Там ничего нет. Не, ну почему сейчас найдем какую-нибудь маленькую проволочку, блять, или еще какую-нибудь хуйню? Ни у кого там протеза нет на ноге, нахуй, в пальцах. Муж радиация? Блядь. Не-не-не. Пахает. Может, золото кусочек? Да, ну да. Вот она. Вот она. Фольга. Фольга. Ты смотри, фольгу нашли, ёпта. Не фольга, а этот. Видать, короче, нашли. Пробки или чего старая, видишь, какая-то это. Ну, цвет мед. Все. Видишь? Первые килограммы пошли. Блядь, вот, да? И вот так вот, но... Короче, вот, фольгу нашли. Мед, да? Вот тут что-то тоже еще так, второй кусок, да? Ну, вот тут мокрый этот цвет мед тоже. Ну, ничего, всю дорогу перевалим. Не, почему? Просто, может быть, наверху где-нибудь лежать. Ой, блядский глаз, нахуй. Ну-ка, это пикани это. Да вот оно, наверное. Видишь, фольга. А. Тоже пробка, видишь? Вот петухи, блядь, чего пробки-то кидать?
Короче, фольги много в лесу. Да. Выходите цвет на охоту. Цветмет, блядь, выходите на цветмет, нахуй. Да, ну тут видишь, как бы мусора много, потому что отдыхающих много. Да. Если копать, то надо где-то, ну, допустим, в таком месте, где, ну, мало отдыхает людей. Тогда можно, конечно, там монеты старинные найти. По идее, можно на берег идти, и там, скорее всего, в песке можно... Слушай, что-то... а по берегу, если пройти, там золотишко можно нарыть? Ну, я ходил как-то один раз. Вот, ну, до хера прошел. Ну, видишь, это надо на участке разбивать. Ты идешь прямо, идешь, это просто как бы на этот... Ну, в никуда. Да, ну, попал. В смысле? Нет, ну вот прошел, вот заметил, вот от этого до этого и прошел. Ну, да, пропикал, но обычно как колышками разбивают, допустим, да, там, ну, на участке. И там каждый этот, блядь, проходит, смотрит. А тут-то... Ну, ничего это, непонятно, но очень интересно. Такую эту, пропикать, площадь. Шашлык, машлык. Барашка? Ну, свинишка. Свинишка, шейка? Шейка, ну. Шейка свиная. А, ну перчик есть, да, смотрю? Ну, конечно, лучок, перчик, все. Ну, классический маринад. Классика. Лук, перец и лук. Ой, и соль. И перец. Ну да, лук, перец, соль, все. Классика. Это брат. Сколько косу растишь уже? А? Сколько косу растишь? Да, лет 10. У меня была... Я лет 6 уже носил, потом это подженился. Это президент клуба «Ангелы ночи» Саяногорска. А я президент Федерации Киокусинкай России. Тоже занимался. Я кикбоксингом занимался. Уважуха, брат. Смотри, что у нас тут присутствует. Здесь два мотоцикла. Один литр, это 750. А чтоб ты понимал, литровый, он 250 килограмм сухого веса. Это сухой вес. С полным баком он 270. А мой 207 сухой, Африка, а полный 245. Он полегче чуть-чуть. Его по посадке повыше. Смотри, сиденье. Видишь, высота сиденья здесь и здесь. Что, железная жопа? А, русская, да, железная, да, жопа. Да, да, да. Это каждая наклейка дальняка, обозначает, да, где ты был. На каком фесте. Мотоглуб, Сосновый Бор, да, волна это памяти. Всероссийский велопробег. Да хуя делал. Алматы. Сибирская верста, Красноярск. Так, видишь, каждый год. Ну, я смотрю, каждый год отметка. Верагин. Кто сыт, тот гибнет. Шрек. Это Саня. У него погоняло Саня. Ага. Он надо курить даже вот так вот. С братанами. Яков не хочет пока курить, говорит, не хочу. Вородера? Это что, чья это Вородера? Это Хонда. А, это Хонда Вородера, да? Братан, запомни, среди мотоциклов Хонда рулит. Угу. Самый крепкий, надежный мотоцикл — это Хонда. Ох, нифига, у него 220 на спидометре. Да. Ну, пробег сейчас не посмотришь. Ничего уже себе, за десятку. Ну, рабочих тысяч, видишь, рабочий оборот 8 тысяч. 8 тысяч, это прямо... Ну, ты не крутишь 8. Да понятно, сколько нафиг. Вот смотри, у меня тоже, да? Вот тоже. Рабочий оборот, да? Вот он, рабочий. 8 рабочих, да, с 9 раз начинается. Ты больше 6 не ездишь. 6 и так, ё-моё. 6 тысяч ты держишь, ты идешь 140. Все. 180. 150. А, отсюда у тебя зарядка тоже идет, да? Все, да, подключено. Да, да. А это что? Это легенда. Это тоже Honda идет, да? Это Honda. Это Honda Africa Twin называется. Africa Twin. А, вот, Africa Twin. Вам интересная тема. Кочевники Азии, Каахем. Ну, Каахем, да. Это что, Кызыл получается? Это смотри, это я первый раз приехал в Тулу. Это второй раз я приехал, это третий раз я приехал в Тулу. А. И каждая знаменательная дата чего-то, какое-то событие было. А Дакар? Это... А Дакар это Масио, это девочка, нахуй, орлиная сучка. А, гребет она. Сядь, залез, я тебя сниму. Ты да просто... я залезу, не съезжу. Не гони. Не гони, залази все, подержи ее, просто попробуй, что это такое. У меня сейчас нога вообще ты попробуй, ты залезь. Ты ощутишь как? Нет, ты залезь, брат, сядь. Легко. Стой, с мотоцикла с другой стороны заходит. Так вот у меня та нога. Обойди, не спеша, обойди. Вот сейчас я хоть узнаю, с какой стороны заходит. Давай. Мотоцикл всегда с левой стороны заходит. Слева направо. О, легко сказать. Да, аккуратно. О, ножечка. Если упадет, то будет неприкольно с моей ногой-то. Вот ты его возьми в руки вот так, а с подножки его урони, поймай это равновесие. Чуешь, какой он перед тобой? О, мощь вообще. Сколько он весит? 207 сухой, с баком 235. Нифига себе. Такая... С полным баком, бак 25 литров почти. 24. Вот такая вот махина, 207 килограмм.
А сколько в бак влазит бензина? 24. 24, так это прям дофига. 350. На 350 километров? Если ехать в эконом режиме. Ага. Эконом режим это сколько? До 120. Слезть, не спеши. Аккуратно, брат, аккуратно. Главное, чтобы он на меня не упал. Вот я тебе советую это попробовать, вот эту тему, знаешь? Я давно уже на них смотрю. Братан, это ключ к твоей свободе. Это я знаю. У меня батя всегда говорил, надо, говорит, взять байк, сесть, говорит, и уехать, и, говорит, и почувствовать, что вот, такое вот, свобода. Поверни на меня, да? А, сейчас я скажу такие золотые слова, как мне когда-то отец сказал. Знаешь, что он мне сказал? Жену, мотоцикл и ружье, не доверяй никому. Особенно такой. Вот это все, это, блядь, суть. Классный вообще. Когда-нибудь, возможно, ну, я думаю, я уже об этом. Я тебе советую, тебе сейчас сколько лет, брат? 41. 41. Мне, блядь, вот 43 сейчас. А, 4-й год я езжу, да? Я еще даже в Алтай не ездил. Mm. Я уже всех знаю, где кто что. Я очень хочу на Алтай съездить, очень хочу съездить на Байкал. А на Байкале-то я был несколько раз, да, но не на байке. Нет, ну, на мотоцикле это другое. Да, ты понятно. Когда прочувствуешь полностью ветер, перемен этих всех, что в тебя дует в сосед дури всегда. Да, хандарики. Это борода. Это одного класса мотоцикла. Ну, этот литровый, это 750. На 50 килограмм легче. Он более швыдкий, более такой, более игривый. Но на трассе вот это король. Так понятно, он едет, ничего не чувствует. Это король. Все, ты король до 200 на нем Бородера. Шагаешь спокойно. Король Бородера. Вот, смотри, вот этот Мустанг. Ага. Это Мустанг именно, блядь, с тувинской темой, блядь. Есть в Туве одно место, где именно коней когда-то выращивали. Все, это конь именно оттуда. Угу. Ну и на учете. Вот такая вот, вот, брата, классная, брата, техника. Хочу, чтобы ты снял именно вот эту наклеечку. Сними ее. Вот это самые матерые, блядь, аксакалы в Туве. Это они. Эндура Тува? Да. Флаг тувинский. Ага. Ну это где я был когда-то, что-то. Я шутал, но вот эти, это самые матерые чуваки. Они вот везде катают, да? Да. Привет байкерам с Тувы. До конца, да? Кочевники Азии. Это, блядь, вот один клуб в Туве, который есть, единственный клуб в Туве. Каохемский район, это именно отдельно мото-юрта стоит, угу. В которой все... Каохеме они базируются, да? Все путешественники приезжают туда. А-а-а. То есть все знают, по сути, да? Да, да. Вот, надо будет в Каохем сесть, эту юрту посмотреть, познакомиться, поснимать, пообщаться. Круто, вот так вот. Мечта. Вот у кого-то она уже есть, сбылась. Кто-то уже испытывает свободу. Ну и надеюсь, я когда-нибудь ее испытаю. Идет, кто как себя ощущает, да, неважно, да. Братва, просто садись на мотоцикл. Испытывайте наше здоровье. Нашу Сибирь, нашу Хакасию, нашу Туву. Это круто. Алтай, тем более, блядь. Всем добра. Специальная шапочка. Не по тебе лошадка? Короткий, говоришь? У тебя короткий? Ты нет, он короткий для нее. А что там восьмерок столько показывает? А он не работает, он просто это, на него питание приходит и все. Он бодит. Вдруг так в технологии. Сейчас он прогреет. Это литр сколько будет? Что идет? А, в Японии брал 21 пробег, выберу себе. Другой, подробный заказ. Да, 40. Твоя машина. Ешку, подробно. Сейчас, ходи, давай. Мальчик 45 лет, осваивает коника. Ага. Не, вот здесь хоть ноги достают. Вот, видишь, да? Ты понял, я говорю, ты присядь, ты попробуй разницу. У меня хода побольше, но я еду меньше. Это 200 идет, я 160 сегодня больше не могу. Два раза я, короче, положил, она может, идет, он может, это варвар. Это вот, видишь, зыркара по-тувински, вот, видишь, вот там лошадь, короче. Да, блядь.
Так, они тебя пустят. Да сука. Группа мясная картофельная похлебочка. Красота. Вкуснятина. Ой, совсем скоро тут будет земляника. Вот они, ягодки. Тьма ее тут везде. Красота. Здоровская здесь. Байхак. Природная питьевая водичка. Высшей категории. С родной Тувы. Тандинский район, село Байхак. А вот здесь вот типа туалет. Такой на свежем воздухе. Красота, ляпота. В общем, вот этот гора Типсей. А зачем? И вот если туда дальше подниматься, где люди, там есть, чуть дальше проходишь вдоль, на скальных какие-то рисунки. И вот походу они там уже их типа смотрят, но я туда пока не поднимусь. Это вот Красноярское водохранилище. В общем, здесь очень много воды, красоты, свежего воздуха, ляпота. Вода большая, кстати. Всем привет. Ну что, вчерашний день был печальный для меня. В общем, я, видите, вот с таким вот козырным бадашком теперь хожу. Мои ножки. Пришел кирдец, походу я дорвал связки. Еще из двух сторон, и походу и мениск, хруст такой был, жесть. Понедельник на МРТ, и как бы, короче, мне на операцию не завалиться. Ходить я не могу нормально, боли пипец. Но природа здесь классная. Славик! Шлеп нога, блядь. Не упади с обрыва, блядь. Вот и так. Такие фрагменты мелкие. Шлыги, блядь, рога какие-то нахуй. С мечом, блядь. Там где-то дальше, по-моему, прям так это есть четко, прям что это. Такие
большие глаза, блядь. Ага, и какой-то тварь написал Иван. Написала, блядь, ага. И какой-то мразь подписал еще одну. Тоже там неандерталец, блядь. Местный какой-то. Вот этот реально прям чудо-конь. Да, прям вот не лениво же было в натуре вот здесь их сидеть, ковырять. Прикинь, сколько это до нашей эры, наверное. Ну это вот на корову похоже, вон, вот, видишь, хвост, рога. Ну. Прям вообще четкий. А вот этот больше на лося, блядь, похож. Вот тот. Так а он на дурка сверху хоть, видишь? Ну, да, я говорю прям. Рога прям нормальные. Вот здесь чудо-конь какой-то. Вот это вот что вот слева интересно. Вот это вот. Вот сюда смотрите, здесь вот прямо. Вы это там по камням не ходите особо, а то они бывают сыпаются. Да. А вот тоже смотрите, вот. Да. Вот тоже этот. Видишь, орнамент. И вон тот, смотрите, вон резной там. Какой-то. И вон там, смотри, два. Ну. Видишь? Как на жирафов похоже. И там дальше херовое какие-то. Мы пойдем туда. Там наверх посмотрите, есть. Сфотайте. Смотри, красота какая. Вика, давай фотой. Мама, ты, блин, ну не только же твои губы, блин, слетели. Какие губы? Кто вообще твои губы фото? Жерик вот туда проезжал. Здесь вот поднимался, по-моему, где-то. Там что, дорога есть? А, вон там, по-моему, я, ну. Вон там вдоль креста и ну вон что-то вот как. Да, ну трава высокая там, не блядь. Хер попикаешь, блядь. Славка тоже там хотел пикать. Несколько раз, блядь, пробовал. Трава высокая. А под Джерика ты где ковыркнул-то, блядь? А там. А-а-а. Я думал здесь. Во время. Здесь я ковыркнул, ну, в смысле, только туда дальше. Крест казачий. А? Крест казачий, говорю. Ну, это вот этот крест, а еще есть крест на Типсее, прямо на горе стоит, его казакам ставили на вертолете. Ну здесь его не видно, это надо там подниматься. Ну не с этой стороны. Да, его подниматься надо там на машине и туда получается, и там крест. На вертолете поднимали его. А ты просто не видишь? Ну можно мол помолчать? Я не на если вот здесь брать, ну, вот. Вот человек какой-то, вот видишь, человек, угу. Здесь хоть ну, что-то вот, ну, это надпись, я не знаю. Ну вот чувак стоит, ну. Руки в стороны. А это, да, вот, это вот конь, а вот, ну, три коня, реально. Вот один всадник, второй всадник и третий. А это главный. Это какой-то вождь, видать. Сезон вчера купание открыт, сегодня уже с утра купался, пол 11 примерно, вода была холодная, сейчас пойдем еще покупаемся.